все козыри у него в рукаве, да. Шара сейчас будет говорить, что я бы его и в первом нокаутировал, пожалел просто, хотел дотянуть до второго. Не так, я же видел, насколько у него были растерянные глаза, насколько был он растерян. У него ногами что получалось? Практически ничего, что он делает, да, обычно. Обычно он финтит, что-то делает. Со мной у него ничего не получалось. Я закрыл ему все ходы. Я его гонял по клетке постоянно. Я его всю дорогу держал в напряжении. Я считаю, это не поражение. То есть это просто какой-то подарок. То есть просто взяли и подарили победу. И все.